Энгин Акюрек и Неслихан Атакюл – одна из самых красивых и любимых пар турецкого телевидения. Хотя зрители привыкли представлять Неслихан только в паре с Бураком и считают, что ни с кем другим они не смотрятся так хорошо, как друг с другом, стоит отметить, что совместная работа Неслихана и Энгина тоже достойна большой похвалы. Первая серия сериала «Дочь посла» была выпущена в декабре 2019 года. Зрители очень хорошо приняли сериал и пару Санжар Наре. У Энгина и Неслихан особые отношения. Они подружились во время съемок сериала и после завершения совместной работы тоже продолжают дружить. Энгин однажды в своем интервью похвалил Неслихан, называя ее одной из самых красивых и востребованных актрис турецкого телевидения. «Мне было очень комфортно работать с ней. Неслихан самая лучшая», — сказал Энгин.